Значит, продолжаем. Тема «Новая натурфилософия», там, 17-18. Продолжаем обсуждать всякие непонятные эффекты и эксперименты, которые существуют в физике. Начинаем все как с Николая Козырева. Значит, в чем состоит эксперимент? Берется обычные крутильные весы. На них с одной стороны вешается противогруз, с другой стороны вертикально раскрученный цилиндр, гироскоп так называемый. И его раскручивают до определенной частоты. Да? Понимаете, он берется здесь, и вот таким образом он раскручивается, начинает очень быстро вращаться. Ситуация, она полностью сбалансирована. Здесь это находится в покое, крутильные весы, с ними, по сути, ничего не должно случиться. Крутильные весы, однако, поворачиваются на определенный угол. Да? Ну, можно тоже опять списать это на погрешность, на потоки воздуха, которые создают вот этот самый гироскоп и так далее. На всякие прочие вещи. На что-либо еще там. То, что крутильные весы, они поворачиваются. Крутильные весы это что такое? Крутильные весы это способ измерения, точного измерения каких-то маленьких масс. Чем ты больше массу делаешь, тем больше стрелка поворачивается. Да? И она, вообще говоря, может несколько поворотов вокруг своей оси делать. Теперь тогда Козырев предлагает следующий эксперимент. Он эти весы аккуратным образом разбирает. И вешает, и собирает то же самое, но у тебя уже гироскоп вращается в другую сторону. Скажи, это где гироскоп? В каком месте? Вот, висит. На висят висит. А, висит? Просто висит. С одной стороны висят вот здесь гирки, а здесь там... Гироскоп раскручен? Да, сначала он не раскручен, потом его раскрутили. Когда раскрутили, крутильные весы, на которых висит гироскоп, взяли и повернулись. Понимаете, да? Вот. Гироскоп, ну это объясни, зачем нужен гироскоп? Чтобы момент, того, чтобы взять... момент импульса, чтобы был постоянный какой-то, да? Ну не знаю, момент импульса у гироскопа есть. Но я и говорю, зачем нужен именно гироскоп? Для чего-то нужен именно гироскоп, потому что без гироскопа не получается. Теперь этот гироскоп раскручивает в другом направлении, по сути. У тебя тоже надо как стрелка тоже сделать. Получается, что стрелка поворачивается в тот же угол в противоположном направлении. Когда ты крутишь гироскоп в одну сторону, у тебя стрелка это поворачивается в одном, допустим, например, если показывает, что тебе объект стал чуть-чуть это, ну, другой, полегче, может быть. А потом взял, значит, эту штуку в другую сторону раскрутил. И что у тебя получается? И у тебя получается странным образом, что они как бы стрелка должна показывать, что она легче. Но это все не так на самом деле. Речь идет не о массе. Почему речь идет не о массе? Если бы масса зависела от момента вращения гироскопа, то у тебя бы эти просто весы бы перекосило, потому что у тебя здесь грузики бы тебе приходилось убавлять, либо добавлять их, понимаете, да? То есть речь идет не о массе. Речь, что каким-то образом коэффициент упругости вот этих самых весов зависит от этого самого вращения гироскопа. Такой странный, удивительный эксперимент. Мы видим, что никакого силового взаимодействия здесь нет. С одной стороны. С другой стороны, эффект налицо. То есть в зависимости от направления вращения гироскопа, у нас, то есть просто вращающая цилиндрика с таким большим достаточно моментом для этой задачки, у нас происходит отклонение стрелки весов то в одну, то в другую сторону. Это как бы мать всех экспериментов. Кучу подобных экспериментов поставили, вот расскажу вам еще об один. Значит, особенно этого народа, почему там собралось много в Томске. Вот это Козыревский старый эксперимент. А теперь я расскажу, например, про другой эксперимент такой. Берется бета-распад. Кобальт, допустим, 60, да? Какой-то там, или что-нибудь еще. Берется какой-то бета-распад. Даже давайте не бета-распад, расскажу лучше со счетчиком Гейгера. Лежит счетчик Гейгера обычный. Счетчик Гейгера, он всплески фиксирует. У тебя идет фоновое излучение, и ты фиксируешь неопределенного рода всплески. Например, берешь его, включаешь на 5 минут. Ты зафиксировал 20 всплесков. Потом на следующие 5 минут зафиксировал 18. Зафиксировал еще потом 17. Потом 23, 24. И ты вот таких отрезков делаешь по 5 минут, допустим, очень много. И тогда ты можешь поставить гистограмму распределения. Гистограмма распределения, она состоит в следующем. Что у тебя по количеству вот этих, по минуту у тебя получается различных, у тебя как бы всплески получаются вот такие столбики. Здесь 15, здесь 20, допустим. Ну, по понятной причине, что если у тебя фона примерный, то у тебя имеется распределение Пуассона а-ля кривая Гаусса. Понятно, да? Что оно получается? Вот такой колокол приблизительно. То есть по оси эти х у тебя что? По оси х это как бы у меня конкретное событие там. Время, допустим, 5 минут.
Ну, dx, dx. Здесь у тебя количество всплесков. Это энергия импульса? Не-не-не, не энергия импульса. Просто скорость это его. Это, то есть это количество, количество всплесков, количество у тебя всплесков в минуту времени. Например, ты за 5 минут тебе 5 всплесков. Ты говоришь 5. Плотность этого самого. Да, плотность излучение. Скорости излучения, или как там можно сказать. Что? А почему она так меняется? А? Почему она так меняется? Почему по галстуку, понятно. А как еще? Так подожди, с ним как плотность. Ну, у тебя простая очень задача. Ты берешь интервалы времени по 5 штук. По 5 минут. Теперь ты, у тебя получается, например, в них, за эти 5 минут, например, у тебя происходит 10 всплесков таких. 10. Сколько у тебя таких экспериментов? Ну, конечно, у тебя за 5 минут было 10 всплесков. Ну, таких 20, допустим. Подожди, всплесков чего? Гейгера, счетчика Гейгера. Кобальт, допустим, стоит, он излучает. Я не про кобальт, я говорю про, сейчас про Гейгера, говорю про... А куда про фон? Что? Про фон. Сидит просто, у тебя счетчик Гейгера, ты меряешь фон. У тебя там происходят эти всплески. Ну, то есть, что такое счетчик Гейгера? Счетчик Гейгера это, грубо говоря, конденсатор. Если у тебя получается какой-то там гамма-квант, он попадает на стенку, понятно, да. Выбивает тут электрон, ускоряющее напряжение, понятно, да, в этом конденсаторе. Оно делает лавину, и ты фиксируешь резкий всплеск напряжения у тебя от одного гамма-кванта. Ты, например, делаешь 500 таких экспериментов по 5 минут. Берешь 500 экспериментов. У тебя оказывается, что в один какой-то определенный момент у тебя, скажем, серия, когда за 5 минут у тебя произошло 10 всплесков, у тебя их 20. Когда у тебя за 5 минут произошло у тебя 9 всплесков, у тебя там 21. И так далее. Я понял. Понял, да? Ясно, что это будет Гаусс примерно. Ну, должен быть Гаусс, по сути. У тебя есть некий фон, что у тебя в среднем получается, допустим, 20 всплесков. Случайное распределение. Да, 20 всплесков. Поэтому у тебя где-то там будет, где-то там на верхушке 20 всплесков. Вот они твои 20 всплесков. С одной стороны. А с другой стороны у тебя есть большое количество вещей, которые они маленькие, значит. Вот. Ну, безумие ситуации состоит в том, что сумасшедшие исследователи взяли здоровенный гироскоп какой-нибудь там. Я не знаю, что он такой. Тут какой-то цилиндр большой крутили, а был еще эксперимент, когда они крутили на эти штуки, раскручивали стаканы с водой. Такой, брали стаканы с водой и раскручивали такой вещи. Ну, по сути, он экранирован абсолютно от этой ситуации. То ли листом бумаги, то ли ферромагнетиком, то либо еще. У тебя задача, она состоит в том, что здесь понятно, что никакой вращающий гироскоп на эту ситуацию влиять не может. Ну, каким образом он может влиять на фон? То есть он вращается рядом с счетчиком Гейгера? Он вращается рядом с счетчиком Гейгера. Но прикол состоит, что у тебя гистограмма нарушается. Блин. У тебя гистограмма начинает иметь вид не прямой Гаусса, она начинает у тебя такого другого вернуля начинает. То есть она расширяется, и впереди у тебя дырка из-за того, что ты вращаешь гироскоп. Плюс она обладает памятью. Потом у тебя, значит, ты его останавливаешь от гироскопа. Потом через некоторое время она будет становиться меньше, она возвращается к гауссовскому виду. Это безумие, господа. Но тем не менее, таких экспериментов наставили очень много. То есть оказывается, у тебя вращающийся какой-то массивный объект посередине, оказывается, влияет на поведение системы. Дальше начали смотреть дальше. Не помню этого исследователя, но он делал такую задачку. Он брал всевозможные параметры мерил. Ну вот как. И ты бы со стороны стоял, а что видно было. Да, вот. Он мерил большое количество параметров всяких. Ну там биологических, скорость бета-распада, скорость альфа-распада. В одном сильное взаимодействие, в одном слабое взаимодействие, в другом сильное взаимодействие. Они связаны между собой не может быть. И у тебя ставились там гистограммы. Такие для разных вещей. Такие там разные. Разные у тебя эффекты, разные. Переменные, которые ты наблюдаешь, такие у тебя эти штуки. Ну, оказалась удивительная вещь. Оказалось, что все они, помимо вот этих пиков, если их вложить друг друга в нужном масштабе, имеют вот они какую-то структуру. И эта структура тонкая, она примерно совпадает. То есть это как бы Гаусс. Вот помимо Гаусса там есть тонкая структура. И эта тонкая структура имеет определенного рода периодичность. Удалось установить следующую периодичность.
Первая периодичность – это 24 часа. То есть возвращение за суточки. Да? Да, когда он вращается. Второе – это синодальный месяц, 27-28 дней. Третий эксперимент. Что, это луна вращается? Да, 365 дней. То есть у тебя возникло. Интересно, что у тебя оказывается, что вращение Земли, Луны и вокруг Солнца, Земли, они, значит, оказывают на эту тонкую структуру подобную работу зависимости. Тоже очень удивительно. То есть какое-то вращение крупного тела у тебя оказывает на тонкую структуру громадное количество параметров, в том числе биологических, оказывает влияние. Есть же метод, что там в новолуние типа ногти растут, а потом не растут. Вот такая вот вещь. Ну вот, оказывается, это экспериментально подтвержденный факт. И экспериментов таких... То есть астрологии правы, а вот это влияет небо? Не знаю. Не похоже. Больше влияет Земля, по-моему. Гироскоп рядом. Да, то есть вот это очень странно. Надо жить рядом с гироскопом? Да, лучше жить. Но надо еще знать, в какую сторону крутить, получается. Что он к этому чувствителен? Кстати, конечно, можно. А строитель, который рядом с Андреевой сидит, он чего, умнее становится? Не знаю. Раз такую штуку придумали, значит, умнее. Я очень важно понимать, что когда у нас висит этот гироскоп на крутильных весах, он у нас никак не взаимодействует. Ну, реально не взаимодействует. Значит, народ этот... Откуда такие опыты возникли? Да, ну, конечно, вот, конечно, на самом, конечно, он, вообще говоря, излучает гравитационные волны, но... Ну, и я об этом тоже говорил. Но они же слабые, эффекты макроскопические. Ну, и очень странно. Гравитационные волны, конечно, должны излучать. Некоторые говорят о гравитационных волнах. Значит, тут стало очень интересно узнать. Значит, есть такой очень странный эффект, он чисто психологический, административный. Он состоит в том, что когда исследователь ставит какой-то странный эксперимент, он начинает его обсуждать и строить какие-то теории. Потом те, которые читатели его смотрят на этой теории, говорят, что чушь написана. На этом основании они отрицают сам эксперимент. Поэтому очень важно, когда мы работаем с экспериментами, отличить теоретические построения самих экспериментаторов от сути их эксперимента. Самого феномена. Да, собственно, феномена. Вот так я вам рассказывал и совершенно не пытаюсь объяснить, как он, что здесь происходит. Что вот есть такое большое количество таких экспериментов, три из которых я рассказал. И тем не менее они показывают, что вращение какого-то массивного или очень скоростного тела каким-то образом влияет на физические и биологические реакции, в том числе на такую важнейшую штуку, как скорость бета-распада. Такое вращение там галактик там вокруг центра. Может быть. Тоже влияет? Не знаю, там такого эффекта не было, насколько мне известно. И же центр галактик? Ну, не было по эксперименту поставлено. Просто знаешь, почему, наверное, что очень долго уж вращается Земля вокруг центра галактики. Экспериментаторы столько не живут, да и человечество тоже. Если бы оно пожило бы каких-нибудь там несколько сот тысяч лет, ну, как научно... А как мы вообще установили, что вращаемся? Ну, голову-то сквозь ты можешь видеть? Ты же можешь видеть, но тебе периодично нужно, тебе хотя бы период один бегает, это сотни тысяч лет. Вот, для Земли. Вот, это значит такой эксперимент. Это тоже очень, очень важно понимать. И когда народ это дело все столкнулся, они вспомнили о такой замечательной вещи, очень модной и популярной, которая называется общая теория относительности. А общая теория относительности, я напомню, в чем там стояла главная фишка. Главная фишка стояла, что у тебя пространство было кривым. И считалось, что у тебя гравитация – это, грубо говоря, свойство кривизны пространства. Вот такое, ну, кривое пространство. И ты где-то можешь сидеть на его кривизне и куда-то там падать, и это будет твоя гравитация. Как бы так считалось. И когда Эйнштейн написал свою сложную систему уравнений, такую сложную, непонятную, математики на это посмотрели, в частности Картан, и они сказали, что, ребята, вы можете писать просто кривое пространство, но вы можете делать искривленное, и вы можете скрученное еще пространство. Это как себе представить? Ну что такое кривое? Берем мячик или какой-то такой. Взяли его, помяли, он стал у вас вот такой мятый весь, из пластилина, допустим. А как ты бы сделал? А представьте, тебе резиновый диск, потому что ты взял его, еще и скрутил. Мало того, что ты его помял, но еще и скрутил. Вот такой принцип. И как только у тебя здесь будет возникнуть, ты должен вот это скручивание компенсировать, как аналогично гравитационным полям, другими полями, которые было принято назвать торсионными. Поэтому я всегда говорил, что проблема торсионного взаимодействия это не в том, что оно есть, а в том, что его нет. Потому что очень легко уравнение Эйнштейна, Эйнштейнской общей теории относительности,
обобщается на случай теории Эйнштейна-Картана. Эйнштейна-Картана она состоит, что у тебя есть еще некие поля скручивания. Раз у тебя есть поля скручивания, значит у тебя есть торсионное взаимодействие. Тогда тебе надо понять и объяснить себе и окружающим, что почему у тебя нет торсионных взаимодействий, то есть вот этих самых кривых. Про них говорят, почему их нету. Ну, потому что у них закон момента сохранения импульса не сохраняется. Вот, например, Гинзбург такое говорит торсионщикам, ну, вот Виталий, который близкий говорят. Ну, так я хочу заметить, ну, так и закон сохранения энергии импульса в общей теории относительности тоже не выполняется. Никто этого, никого этого не смущает. Чего вы стесняетесь того, что у вас потом еще и момент не будет сохраняться? Ну, не будет сохраняться момент, что ж страшного? Ну, точнее, это ужасно, но это не больше ужасно, чем отсутствие закона сохранения энергии в общей теории относительности. Вот. Это важно себе вот эту самую ситуацию представлять. Очень интересно на них всех посмотреть. Они много экспериментов сделали, пытаются строить определенного рода физические теории. Но я хочу заметить, что они опираются на такую фундаментальную вещь, как понятие взаимодействия. То есть у вас есть несколько частиц, и эти частицы между собой каким-то образом взаимодействуют. Взаимодействуют. Я там с Булатом сейчас гравитационно взаимодействую, а еще вербально. Вот мы вербально с ним взаимодействуем. То есть это есть некоторое фундаментальное понятие взаимодействия. Да. Я хочу предложить другую интерпретацию для всех. А когда свет не вращается, взаимодействие? Да, физического взаимодействия нет. Но когда, это когда Земля вращается, или там взаимодействие есть? Тоже нет. Вот у тебя, если у тебя есть... Они и, поэтому, и все это виды, нет, поэтому они пытаются говорить, что у тебя есть взаимодействие. Эти взаимодействия называются торсионным. Они хотят сказать. Они считают, что у тебя есть торсионное взаимодействие. Это очень забавно. Они еще пытаются говорить, что это есть некая компонента, помимо магнитной и электрической, в электрическом электромагнитном поле есть еще одна компонента. Эта компонента всюду проникает, от него экранироваться нельзя и так далее. Оно действительно, в ряде экспериментов показано, что оно проникает все что угодно, в том числе за экранированную металлическую... Не, а гравитационное взаимодействие, оно же везде проникает? Оно да. Так, может быть, гравитационное взаимодействие? Оно слабое, да, оно слабое. Но здесь оно и не гравитационное. Если это оно гравитационное, тогда оно тоже кривое. Вот я как раз говорил о торсионном, то есть оно может быть кривым таким же. Не, ну общая теория относительно может не верна. Что... Так может быть, все-таки гравитационное взаимодействие проявляется в таких экспериментах? Ну, сложно, так сказать. Оно очень слабое, и поэтому сложно сказать, почему оно там... Может быть и гравитационное. То есть их теория стоит. Первое, что это другая компонента электромагнитного взаимодействия, это первое. А еще одна состоит в том, что у тебя есть гравитационное взаимодействие. Нет, то, что гравитационное взаимодействие здесь есть, это и ежу понятно. Ну, что оно такое, что оно кривое такое. Торсионное. Торсионное. Оно и без всякого торсионного есть. Так просто оно слабое, в общем, проблема-то. Нет, но здесь прикол состоит в том, что оно как бы и это сильно. Оно превращается в цилиндре, может быть, как-то гравитационное взаимодействие как-то. Ну, гравитационные волны излучает вращающийся объект. Ну, почему это? Так это известно, что ли? Ну, конечно. Ну вот еще один эксперимент, чтобы вам вопрос по гравитации сделать. Берется 190-й железо 190-й изотоп. А получается... Это резонанс там возникает, да? Да нет, что если резонанс? Берется, значит он... Ну, как интерференс. Аурум, да, берется у нас ауром 190. Да, золото. Берется он, а получается два образца. Контрольный и обычный. В одной печке его берут и начинают его облучать. И он начинает, после этого у него начинает он тихонько распадаться. По бета-арсетипу, по-моему. Потом берут один конец, один образец, везут в одну комнату, в другую комнату, там, на расстоянии многих километров. Да? Около этого вешают опять на цилиндр вращающийся, то есть гироскоп. Ясно, что у тебя вот этот бета-распад начинает вести себя по-другому. И этот бета-распад здесь тоже себя ведет. У тебя оказывается, что они между собой скоррелированы. Такой вообще дикий эксперимент. Здесь у тебя висит цилиндр, здесь у тебя кусок аурума, который ничего там у тебя не висит. У них общий генезис, они когда-то сидели в печке, грубо говоря, и их облучали вместе. Вместо этого у них наведенная радиоактивность, бета-распад происходит. Происходит он у них по-разному, но поведение этого распада, он скоррелирован, понимаешь, да? То есть он здесь меняется, но одновременно он меняется там. Если бы он здесь не менялся, он здесь бы тоже не был. А рядом еще гироскоп, что ли? Да, здесь вешаешь рядом гироскоп. А если бы не было гироскопа, не было бы корреляции?
Ну как заметить-то? А ты не заметишь, что они обыкновенно вели бы себя одинаково. Они вели бы себя одинаково. Ну, обыкновенно вели бы они, как будто бы так и должно быть. Просто когда ты таким образом через этот гироскоп, получается, управляешь куском железа, куском золота. А, кстати, блин, эксперимент Рогольского Розена для макротела. Да. Ровно эксперимент такой вот в Томске сделан. Потом говорят, что российская наука нищая. Вот эти эксперименты вот этой группы, у них аура, у них плутоний. Вот все постоянно. Аура, плутоний. Плутоний, аура. Ну там, наверное, такие маленькие количества, что. Да. Они здесь что-то, я не знаю. То есть они в опере то ли делали, то ли в кобальтом здесь. Не знаю, что-то они делали, я не помню. Зато... Ну, это вот, это получается, что у тебя эти штуки, они скоррелированы. Поэтому ясно, что речь идет не о гравитации. Согласен? Что здесь эффект какой-то там. Ну, наверное. Конечно. То есть у тебя, безусловно, это эффект Эйнштейна-Розена-Подольского, ну вот такой вот извращенной формы при помощи гироскопа. Вы спишь? Вот. Такой, значит, эффект. Значит, не может быть никогда. Да, такого... Взаимодействия нет, и физики здесь нет. Да, и у тебя нигде нет взаимодействия. То есть ты говоришь, что у тебя есть, и они все говорят, что есть взаимодействие. Это на самом деле магия. Это магия, это быть такого. Как они пытаются это объяснить? Ну быть такого не может, взаимодействия нет. В физике всегда есть взаимодействие. Да. В физике нет такого взаимодействия. Но поскольку у нас есть я, то у нас и я, у меня, моего я, родилась гипотеза, что это такое. Она нигде ее не встречала. У тебя ее нету. Я же рассказывал. Мое я высказывает гипотезу по поводу того, что это макроскопический эффект Ааронова Бома. Напомню, что такое эффект Ааронова Бома. А у Новобома эффект состоит в следующем. Я просто тогда у нас доски не было. Это у тебя летит электроны, у тебя висит тоненькая нить такая. И на этой тоненькой нити этот электрон, он испытывает безусловным образом дифракцию. И у тебя на конце здесь создается сложная какая-то дифракционная картинка. Дифракционная. Теперь внутри этой нити мы меняем взад-вперед вектор этого магнитный потенциал. Ну, ты можешь его вверх вниз сделать. У тебя картинка меняется. Притом у тебя нить от электрона абсолютно образом экранирована. Что у тебя получается? Опять у тебя летит пучок электронов. И этот пучок электронов не испытывает с нитью, то есть в том, что происходит с нитью, никакого взаимодействия. Взаимодействие он не испытывает физического, но тем не менее картинка здесь у тебя меняется. Принципиально важно. Оказывается таким образом, что то, что называется потенциал, у тебя оказывает большое влияние на происходящее, на физические свойства тела. То есть, что опять странно, нет силового взаимодействия, но потенциал у тебя оказывает влияние. Это не взаимодействие, это как-то происходит совершенно по-иному. Об этом вопросе мы тогда на семинаре достаточно образом, подробным образом говорили. Что здесь интересно? Что этот эффект возможен только для векторного потенциала, то есть для циклического. Когда у тебя есть там вихри, то у тебя есть векторный потенциал. Я напомню, что помимо всего этого, есть еще и обычный скалярный потенциал у нас, фи, в электромагнетизме. Вот по него, по крайней мере, никаких таких эффектов мне неизвестно. То есть обычный скалярный потенциал. Когда мы переходим к механике, то там у нас есть... Сейчас, извините, я могу сказать, конечно, не испытывает взаимодействие, да. Но если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения квантовой теории поля, я думаю, то как бы взаимодействие, конечно, есть. Ну ты хочешь сказать, что они здесь туннелируют, и таким образом взаимодействуют? Так, ну как бы... Тут даже, в смысле, даже не то, что электрон туннелирует там, электрон, это там, бог с ними, тут как бы, в общем... Если бы это было бы так, то тогда бы от степени экранирования зависела дифракционная картинка, она не зависит. Нет, тут не дело не в туннелировании электронов. Фух, в том, что поле внутри, условно говоря, у тебя же... Внутри есть поле, да, то есть и у тебя есть там виртуальные фотоны, они же для виртуальных фотонов такая горизонтная то она ни в коей мере не преграда. Ну, я полагаю, это искусственное построение. Говорю, что там есть какие-то на самом деле виртуальные. Ну, как, которые... виртуальные фотоны обязательно есть, раз, ну, есть понятно. Раз есть поле. Это понятно, что у тебя есть виртуальные фотоны, синхронизированные. К чему? А? Так, а вихрь же опять, это что-то вроде цилиндра твоего вращается. Да, да, да. Да, совершенно верно. Это я к тому, что у тебя известен эффект квантово-механический, когда изменение потенциала
без силового взаимодействия, без взаимодействия, изменения потенциала, она приводит у тебя к физически явному эффекту. Да? В самом деле. А вот каким образом тогда предыдущий эксперимент? В одном потенциал изменился, что тогда в другом тоже? Значит, каким образом в предыдущем, да. То есть у тебя что на самом деле происходит у тебя, получается? У тебя происходит, что вполне возможно, что там, я пытался, мне не получается, ввести что-то аналогичного векторного потенциала для механических систем. Векторного. Не только потенциальной энергии ФИ, как для электромагнитного поля. У нас же есть все-таки скрытые параметры обнаружились. Это не скрытый параметр, это не скрытый параметр. Это ты пытаешься каким-то образом для таких вещей вести вот тоже потенциал как бы скручивания. Понимаю, что можно, хочешь, я просто квалификации не хватает. Я понимаю, вот ты описываешь картину. Скручивание электромагнитное поле же там нет, ни при чем, если там о скручивании никакому речи не идет. Почему? В электромагнитном всегда идет о скручивании. Это всегда у тебя вихри в эфире, грубо говоря. Это вихри в эфире. Ну ведь что такое у тебя B или H, вот это самое, магнитное поле? Б или H, это у тебя рота, то есть это векторное взаимодействие вот этого оператора с этим, с потенциалом. Вот что у тебя такое. Б или H, магнитное поле. Ну это же как бы вихри, да, у тебя ротор и отсек. Отсюда следует забавное свойство, так называемой калибровочной вероятности, которое является этим, помните, является краеугольным камнем как бы современной физики. Но это означает, что к вектору А, поскольку оно вот происходит вместе с дифференцированием, можно всегда добавить постоянный вектор сюда. Всегда добавить. У тебя магнитное поле никак не изменится. Подожди, как бы не постоянный вектор только, а полную, а эту самую... Константу, постоянный вектор. Нет, к вектору А можно добавить полную произвольную по времени, а некой произвольной функции координаты времени. Это для фи одновременно. Для фи ты добавляешь производную по времени, да. Ну, в смысле, да, а это производная... А здесь это постоянный вектор. Ну, ты, весь смысл, добавляешь... У тебя постоянный вектор, у тебя дифференциал от него всегда... Какой постоянный вектор? Вот ты добавляешь... Некая функция от координат. Ну, так это... Имеется в виду здесь значок, он четырехмерный. Да. Он имеется в виду... Ну, это правильно. Я говорю, в частном случае ты можешь добавить, грубо говоря, здесь какой-то произвольный вектор ему, и тогда у тебя физика вся не изменится. Ну, а логика можно, как бы, вот, я понимаю, логика здесь не такая, что вот квантовая механика доказывает сочетанием, что никаких скрытых параметров быть не может. А ты сейчас рассказываешь, как будто бы скрытые параметры есть. А ты опять возвращаешься к логике взаимодействия. Речь идет не о взаимодействии. А почему? А может быть, можно перейти к логике взаимодействия, только добавить еще квантовый параметр. Это же доказывается, что это не что. Ну вот интересно, я и говорю, что это интересно мне. А просто неполнота картины это показывает, как нормальная ситуация. Важно видеть, что эффект тайрового бомба, зачем я его достал из нафталина. Я его достал для того, чтобы показать, что у тебя есть физически значимый эффект очень. Тогда, когда у тебя отсутствует силовое взаимодействие, но у тебя на поведение физической системы влияет потенциал. Как силовое взаимодействие, условно говоря, в стенках этого нити есть электроны. Они могут взаимодействовать с электронами, которые летят. То есть электроны, которые летят, могут взаимодействовать с электронами, которые в стенке нити, а те электроны, так сказать, уже взаимодействуют непосредственно с электромагнитным полем. Ну, так давай тогда мы сверху намажем на эту нитку еще диэлектрик. Изменится картина интерференционная? Если он будет, диэлектрик будет достаточно тонкий, не изменится. То ты прикол. Не, ну может быть действительно как бы вот, связано со всякого рода эффектами скручивания, может быть действительно какие-то параметры мы до сих пор не используем. Нет, я хочу сказать примерно то же самое, на что ты намекаешь. Но речь идет о том, что когда ты работаешь с механической системой, то точно так же ты можешь высказать такую гипотезу, что у тебя есть, можно ввести помимо потенциальной энергии системы, у тебя же есть ведь потенциальная энергия системы, фи. Ну, допустим, у тебя MGH. Почему? Ты же ее измеряешь точностью до аддитивной величины. Мы же знаем, да, это, что любое, откуда хочешь энергию потенциальную, оттуда и отсутствует. Потому что когда ты делаешь силу, ты берешь производную, и тебе эта константа, этот уровень не важен в обычной классической механике. Это от уровня откуда, потому что ну, по знаку производства, точно так же для векторного потенциала, по знакам ротора и произведения, он превращается в ноль. Ну и чтобы проще было, чтобы не было с ротором, что как бы считается, что всегда в электродинамике этот потенциал, он входит под знаком интеграла.
ну скажем, по контуру. ПДЛ. А, ПДЛ. Хорошо, это если понятно. Математика, это понятно. Ведь, в чем сущность эта проблема? То есть феномен, который не объясняется в рамках тех теорий, которые существуют. В том, что получается, что я чего предлагаю? У тебя, я хочу сказать, что если ты будешь вводить какой-то потенциал, аналогичный вот этому вектору потенциалу в электродинамике, ты вводишь его в классическую механику, ну, всегда здесь идут включения, да, по всему этому. Вполне возможно, что он не будет определяться с точностью до аддитивной величины. Ну, там потенциал характеризует поле, а здесь он что характеризует? А что у нас потенциальная энергия системы? Гравитационное поле? Так может, всякое вращение характеризуется некой величиной, скручиванием. Естественно, вектор. Оно характеризуется. Всякое вращение характеризуется неким вектором. В зависимости от того, какой момент. Но вектором момента. Вот он возникает, как бы. Возникает. Но я понимаю, что не прямым образом, наверное. Надо понять просто. То есть у тебя, что мы делаем? Мы, грубо говоря, меняем потенциалы. Точно так же, мы же там меняли потенциалы, у нас менялось физическое поведение системы. Но не силовым образом, не путем посредства силы. Обычно до эффекта Аронова бомба. Как это ситуация? Так сила — это очень частный случай потенциала. Да. Более обобщенным вещинами состоит. Но у тебя речь состоит, что у тебя физическая система изменяется посредством сил. У тебя летит электрон, на него действует сила. А если ты изменишь потенциал... Летит электрон в потенциале тоже действует что-то. Правильно, а если у тебя потенциал это постоянный? И что за это? Он как летел, так и летел, на него сила не действует. Эффект Аронова бомба, как я полагаю, он возникает тем, что у тебя импульс в этом, он в поле, он у тебя вот такой. Вот это его импульс. То есть МВ плюс Е на векторный потенциал. Вот это его импульс. Он обратно пропорционален волне лямбда. Обратно пропорционален. Соотношение Деброгли. Вот он пропорционален. И когда у тебя где-то в пространстве меняется А, вот это самое А, оно меняется, то у тебя, соответственным образом, меняется лямбда. То есть длина волны электронов, которые огибают вот этот самый цилиндр, она меняется. Правильно. А? Так? По-моему, Е еще на С надо разделить. Это я не важно, я, блин, не пофиг. Еще и постоянную планку, да, вспомнил. Постоянная планка, кстати, здесь, по-моему, в этой формуле она не... А, вот здесь Е на С, да? А, да, правильно, да, правильно, Е на С, да. Ну, С, я же типа физик-теоретик, блин. Вы понимаете, да? Что мне С? Что это для меня не параметр, но всегда равна единица. Равна единица, как и постоянная планка. Вот, то есть такой у тебя такой эффект. Понимаете, да, что здесь происходит у тебя с системой? У тебя не электроны отклоняются, как-то путешествуют под воздействием силы в поле, а им сопоставляется волна, и эта волна зависит, оказывается, от векторного потенциала, с которым электрон никак не взаимодействует. Вот это суть эффекта Аронова бомба. Как бы. Ну, так кажется. Это, то есть это никель наличный некий потенциал. Да, внутри него ты можешь менять. Который является, а потенциал является отражением чего? Просто потенциал и все. Ну что, просто потенциал чего-то. Там ток течет. Там его меняют тем, что там у тебя по спиральке течет ток. Ну, соответственно, меняется напряженность полей. Там наружу не гонится, у тебя ток, он у тебя экранирован от твоего электрона. Ну, полностью. Да. У тебя напряженность полей нигде не меняется. Она меняет только внутри цилиндра. Хорошо, но потенциал-то чего? Че? Ты знаешь, как потенциал на самом деле, в чем любопытность всего этого рассуждения? Потенциал всего системы. Любопытность в чем рассуждения. Любопытность в том, что ты идешь обратным путем. А ты, говоря, физика всегда пытается из каких-то элементов сложить общую картину. Да? Вот есть электроны, есть преграда, там, да, там они как-то летят, там что-то получается. А ты идешь наоборот. Есть целостная картина, и вот эти частности надо вычленять из целостной картины. Как там, или что такое электрон в этой картине, что такое там мишень и прочее. То есть есть некая целостная картина физическая, а в ней, в частности, уже вот выведены как бы из того, что в чем состоит целостность. Ну это пофиг. Не, это не пофиг. Дело в том, что такое рациональное рассуждение. Оно берет, исходит из элементов, и из элементов выстраивает целое. И вот проблемность, допустим, этого же эффекта, она в чем состоит? Что уже есть заранее представление об электроне, уже есть заранее представление о том, как это препятствие, которое перед ним находится. И когда это вместе сочленяется в единую картину, возникает аномалия. Как так? Не может такого быть. Понимаешь? А вот если брать сначала целостную картину, да, а потом уже пытаться понять, в чем здесь состоит
допустим, это, как, почему электрон себя так ведет и почему именно вот такой эффект, тогда все становится на свои места. Вот ты как бы ведешь такое рассуждение обратно. Давайте будем исходить из целостной картины. Ну хорошо, ну вот в общем у тебя вот такой, такой странный эффект. То есть отсутствует силовое взаимодействие, ну, с одной стороны, а с другой стороны у тебя как бы потенциал, получается, влияет на поведение системы. По соотношению Деброля он влияет вот так. А с золотом тогда там тоже так же как-то? Между двумя золотыми слитками образуется какое-то поле, что ли? Да, скорее всего, там потенциал. Есть спутанность, между ними ничего не образуется. Но потенциал какой-то общий. Ну, можно поговорить. То есть, грубо говоря, мы в этой системе мы меняем что-то, что по нашим представлениям не должно влиять на компоненты, из которых эта система состоит, да. И тем не менее получаем результат, ну, да, который говорит о том, что это взаимодействие, какое-то взаимодействие есть. Есть эффект, а взаимодействия нет. Ну да. Эффект есть, а взаимодействия нет. Есть отсутствие силового взаимодействия, тем не менее эффект есть. А эффект связан, что эти картинки дифракционных полос там, на фотопленке, они у тебя смещаются. Да, это все деталь. По сути, да, получается, да. Что мы... Связано с тем, что у тебя... Мы видим некую картину, получается, и понимаем, что длина волны здесь падает. Это все равно, что, грубо говоря, мы здесь сидим, а там проехал, так, грубо говоря, трамвай, и эта трамвай повлияла на то, что да, там, да, мы, да, здесь... О чем мы здесь говорим? Да, да, то есть у тебя, грубо говоря, электрический потенциал есть, не комнате свет включили, изменили электрический потенциал. На тебя это никак не влияет, а у тебя аппетит улучшился. Там, ну, примерно в таком. Аппетит улучшился у тебя. Точно так же, когда ты работаешь с этими вещами, весь народ, он же со всем этим делом возится напряженно. И пытается ее сделать. И они все и пытаются писать это в термин на взаимодействие. Они пытаются ввести пятую силу, какое-то физическое взаимодействие. То есть моя интуиция, она состоит, что это является макроскопическим эффектом Аронова Бома для механических систем. Эффекты понятны. То есть ты-то что утверждаешь, каким образом происходит взаимодействие? Если его нет. Это Аронова Бома связано с тем, что есть, как бы, есть, условно говоря, хоть поле мы как бы, что мы экранируем напряженность, но не экранируем потенциал. Да. Потому что потенциал есть не вовне этой нити. Да? Да. Но здесь, да, здесь есть поле, да, есть потенциал. А что есть в смысле, на примере механической системы? Что там есть? Непонятно. А там потенциал кручения. Какой еще? Что это такое? Ну, да. Если представить, что такое, когда вот мы закручиваем, допустим, что-то там, что напряженность-то возникает какая-то? Какая напряженность? Но, нет, ну, подожди, но вот объясняется, например, это общая теория относительности с искривленным пространством, а здесь тоже вот искривляется. Мы пытаемся ввести еще новое взаимодействие, новое поле, не знаю, новое взаимодействие, новую силу какую-то. Вот он, и мы идем по аналогии. Вектор же появляется. Мы идем по аналогии, да, момент, с тем, что было. Ты же предлагаешь от этой аналогии отказаться и предположить, что вот меняется, да, но вот ничего не меняется. Еще эксперименты Козырева. Эксперимент Козырева очень простой. Стоит бумажный экранчик, здесь крутильные весы. Да, его заметили, они антисимметричная эта штучка, да? Это она состоит, чтобы были сбалансированы, но вот эти расстояния у нас 1 к 10 примерно. Вот такие. Так подобно, да? Представляете ситуацию? Сюда поставили стакан с этим, с чаем, с горячим. И на нем бросили сахар, и сахар начал растворяться. У тебя стрелка крутильных весов начинает уходить. Опять я говорю, у тебя взаимодействия здесь нет. Но поскольку у тебя здесь... Они изолированы друг от друга? Ну, изолированы, да. Чем? Экраном из плексигласа, бумажным экраном, чем-то еще. Ну, рядом ставишь. Uh-huh. Стеклом. Но у тебя здесь, она, прикол опять, состоит в том следующем, что у тебя здесь меняется термодинамический потенциал, у тебя возрастает энтропия, у тебя проходит неравновесный физический процесс. Когда он у тебя происходит, у тебя здесь все термодинамические функции, они меняются. И у тебя эта стрелка начинает вращаться. Опять у тебя отсутствует вещь, но у тебя меняются потенциалы всей системы вместе. Она что влияет на нее? Я утверждаю. Она влияет только исключительно на потенциал. Это есть потенциал уже не векторный, да? Вполне возможно, что действие какой-то можно вести, потенциал какой-то другой. Непонятно. Я не могу, я этот вопрос решить не могу. Нет, же нет вращения, этого вращения. Вращения нет, но у тебя есть смена потенциала. У тебя вращение части есть тем, что у тебя... Физический потенциал, что неравновесный. Что эти крутильные весы несимметричные. Вот у тебя есть, с одной стороны, некий неравновесный процесс, да, который происходит. Да.
Вот. И вот каким-то образом информационно влияет на путь. Ну, быть может, и информационно. Не, ну, слово информационно, значит, что нам добавляет. Моя... Ну, чуть добавляет, я понимаю, что не добавляет. Моя версия... Он влияет на поведение крутильных весов. Да, моя версия, она состоит, что ты меняешь термодинамический потенциал, а ты меняешь потенциальную энергосистему. И как бы в эффекте Ионова бома у тебя точно так же происходит изменение вот этой самой системы. Ну, надо предположить, что это система замкнута или не замкнута. Она не замкнута. Если система открыта... Ты с самого начала, нет, у тебя система, она у тебя открыта в том смысле, что ты взял эти весы и повесил, и они у тебя висят в одном положении, и все. Висят и висят. Потом ты зашел в среднюю комнату, чай, бульк, ну рядом взял, сахар в чай. Ну, фактически просто пошел чайку попить. Да, чайку попить. Смотрит, а что-то изменилось. Чего можно это сделать? Вот так он физику испоганил, слышишь? Чайку еще попить. Это вот тоже один из забавных эффектов. Понятно, да? То есть это у меня вот это. Короче, есть какой-то тип взаимодействия, в кавычках, да, которое вот не проявляет себя физически, но тем не менее и существует. Так вот прикол состоит, что все ищут взаимодействие. Все ищут они взаимодействие. Потому что там устроена физика. Я ни разу не видел. Моя же версия состоит, я вот ее готов красиво это говорить, что речь идет о макроскопическом эффекте, аналогичном эффекту квантовой механики Ионова бома. Так она у меня звучит и звучит, звучит и чит. То есть у меня это и теория такая в голове это оформилась, но у меня квалификация решить эту задачку, просто терпение и желание. Как ты решишь? Ты говоришь, что типа и что? Как бы, ну, аналогию ты провел, а дальше чего? Там поле есть, а здесь что есть? И ничего не могу сделать. Да там и поле тоже. Слушай, а может быть гравитацию так можно писать? Везде ведь гравитация речь идет о том, что тела, одни тела вращаются вокруг других. Везде же есть вот это вращение. Ты утверждаешь, что есть, что... А не получается, что ли гравитация это эффект вот этого? Взаимодействия нет. Да. Точно так же, если нет взаимодействия, то другое не могут каким образом принципиально не могут друг на друга влиять. И не могут, и ворона Бонова не могут. Ворона Бонова тоже нет, не могут. Если они не могут друг на друга влиять, но эффект есть. Ну, за счет потенциала. Влияние на потенциал. Ты от одного слова переходишь к другому, такому же, непонятно. Взаимодействия нет, потенциал есть. Ну и что, а что потенциал, а потенциал не взаимодействует, что значит потенциал? В том форме. Игорь, вот это гравитационное поле. А у тебя дативная величина придет. Получается, что потенциал у тебя не определен с точностью дативной величины. Гравитационное поле же может тоже потенциалом описывать. Да. С определенной точностью дативной величины. Я говорю, не определено с точностью дативной величины. Еще раз объясняю, есть некий эффект. Эффект состоит в том, что одно событие влияет на другое. Но тем не менее ты утверждаешь, что взаимодействия нет. Да, правильно. Ну, как и в эффекте Ионова бома, взаимодействия там нет. Силового взаимодействия нет. Каким образом тогда одно событие влияет на другое? Через потенциал, как в эффекте Ионова бома. Там тоже через потенциал оно влияет. Какие потенциалы? Я просто к чему говорю, может гравитационное взаимодействие тоже. Да я же написал на какие потенциалы? Что же потенциал? Потенциал тогда не абстрактная величина. А? Что потенциал абстрактная величина, которая ничего не значит, но тем не менее влияет. Вот представь себе, получается, глубина, что глубина, подожди, глубина. Можно описать потенциал вот этот, или высоту, да? Да. Воздух распределяется по потенциалу. Да. Вот, например, ты прыгаешь с парашюта, это зависит же от того, в какой области стратосферы, или там не стратосферы, наверное, как там, атмосферы ты находишься. Что-то же влияет на тебя вроде. Конечно, понятно, что там влияет сопротивление. Мне кажется, проще. У нас есть внутри соляное электромагнитное поле, но надо помнить, что это квантовое поле, что оно может проникать за пределы. Ну, соляное. Отход гипотезы своей. Какие еще отход гипотезы? Самая естественная и разумная гипотеза. Ну, где же разумная-то? Как понятно? Игорь предлагает простое объяснение, а ты предлагаешь... То есть нет, я не вижу здесь вообще никакого объяснения, ни простого, ни сложного. Не, ну а почему? Если может быть... Он просто констатирует факт. Но почему? Может быть, физика так устроена, что потенциал влияет на физику, собственно. Я с этим согласен. Допустим, когда ты квантуешь поле, у тебя функцию объявляешь оператором не напряженность, а потенциал. Ты квантуешь потенциал, а не напряженность. Понимаешь? Если внутри соляное электромагнитное поле, оно это квантовое все-таки поле, как, в общем-то, и любое поле физическое, оно может проникать за стенки соленоида. Да невозможно, Стас, я же не спорю. Возможно. Никто же здесь не утверждает, что это какая-то... Меня это больше удивляет, что есть какое-то одно объяснение. Есть феномен, но этот феномен не основан на взаимодействии. Да.
Это очень важно. Взаимодействие, то каким образом одно влияет на другое? Без взаимодействия. Мы для этого сюда и собрались, у нас же натурно-философский семинар. Я понимаю. Это наше главное, это не эти эксперименты, а объяснить еще один эксперимент, на котором я стал сегодня говорить. Знаете, он где был поставлен? Он был поставлен в Киевском институте соционики. Я когда его читал, я очень смеялся. Мы нашли где-то телескоп. Телескоп нашли, взяли кобальт, включили ему счетчик Гейгера. Это когда было последнее затмение Солнца, в Украине там с фазой 65 или 67%, они там что-то изучали. Ну, нормально изучали. Что я обычно рассказываю, они там то и померили. Тоже не померили. То есть они. Просто вопрос идет о том, что какие-то фундаментальные основы физики. Да. Мы зачем здесь собрались? На семинар натурофилософский. Поэтому мы здесь собираемся не для обсуждения эффектов, а обсуждение основных положений. Но главное положение, которое я считаю, которое я сегодня атакую, это понятие взаимодействия. Хорошо. Давайте ведь на самом деле же локальность, вот это же есть одна из физики. Оно бывает в физике, оно есть дальнодействие, есть близкодействие и так далее. Квантовая механика считается, например, дальнодействие, потому что там есть эксперимент Лозана-Подольского. То любое взаимодействие основано взаимодействие основано на влиянии там, каких-то фундаментальных вещей, там, полей друг на друга, там, или чего-то. То есть каких-то физических величин друг на друга влияние. Взаимодействие, оно у нас принято считать, что передача информации передается при помощи полей, да. При помощи полей. Пример полей. Поэтому мы это здесь собрались. Мы занимаемся натурофилософией. И в данном случае ты предлагаешь просто ввести другое поле. Не поле. Или вообще отказаться от понятия взаимодействия. О, вот это правильно. Но если ты, в принципе, отказываешься от понятия взаимодействия, то ты отказываешься от понятия передачи информации от одного к другому. Но каким образом она передается? Не знаю. Если взаимодействие... Да нет, если по-другому хочешь сказать, что ты, может быть, хочешь нарушить принцип причинности. Как так? Когда мы говорим о принципе причинности, то мы имеем в виду, что передается взаимодействие, да? Я не знаю ничего по поводу причинности. Я на эту, причинности дают. На эту даже говорить, на эту тему неинтересно. Но нам здесь важно обсудить вопрос, насколько терминологически понятие взаимодействия правильно описывает физическую реальность. Ведь для того, чтобы справиться с кризисом современной физики, нам нужно нечто совершенно сумасшедшее. А нечто совершенно сумасшедшее, оно нужно для того, чтобы обсудить и объяснить, как бы некие, вернуться к самым основам, к самым основным представлениям базовой физики. Вот для этого нужно это все время обсуждать. Вот я этим и занимаюсь. То есть это примерно из того раздела, что мы обсуждали по поводу «я». Да, то есть не может быть улавливания самого себя, потому что этого круга быть не может. То есть, Мы с разных сторон бомбардируем современную науку в принципе. Не думаю. Что здесь есть связь какая-то? Связи, конечно, нет, о чем говорить. Ну, что здесь есть какая-то связь. Ну вот такие вот странные эксперименты. Но что нужны безумные гипотезы, это правда, да. Да, что нужна безумная, а безумная гипотеза может подойти только таким образом, если мы будем обсуждать постоянно краеугольные понятия физики, которые физики уже и забыли. Всякая революция связана с пересмотром или уточнением каких-то краеугольных понятий физики. Так может таки эфир вернуться? Эффекта Аронова Бома, я утверждаю, что взаимодействие между, так сказать, полем внутри соленоида и электроном вовне есть. И это связано именно с квантовым характером, так сказать, и электронов, и фотонов. Потому что сейчас уже ведь речь идет о том, что на самом деле теорию эфира рано похоронили. Если это так, это можно просто посчитать, я понимаю. Ну, как бы теоретически можно, но... И чисто методологически я полагаю, что вернуться к любому старому концепту не удастся. Не, ну понятно, что он пересмотрен будет, это понятно, с учетом уже новых опытов, с учетом новых уже... Ну, я не знаю, насколько это продуктивная гипотеза эфира, я думаю, что она не продуктивна. Вот. Ну мы вот этим вопросом занимаемся. Согласитесь, что эксперименты поразительные, если когда ты их расскажешь, если бы они не сотни миллионов штук были воспроизведены, это же просто тут же бы сказал, что это быть не может такого. Сам по себе феномен, что ты, грубо говоря, бросаешь этот самый сахар, да, а тут крутильник начинает вращаться. Да. И, феномен удивительный, как фокус, да, то есть, описать современные физики, мне кажется, сложно, как это там. Ну вот они все. Непонятно даже, как описывается. Растворение сахара как описывают. Ну, непонятно, да. Мне вообще ничего не понятно, я физику просто плохо знаю. Я пописал. Ну, остальные присутствующие тоже. Я пописал. Равно этим занимались. Попытался что-то там порешать, у меня ничего не получилось. Вы же знаете, что у меня есть гораздо много более интересных задач. Там.
играть в StarCraft, спать, есть, там, лечить ноги. А мне кажется, если бы ты занялся теорией гравитации, как бы, да, это было интереснее. Mm-hmm. И как раз вот тут есть много есть всяких вещей, вот если бы попробовать на это понять, в чем состоит потенциал гравитационный. Чем гравитационный, он и так понял, все, он это самое. Не, в общем случае, не в центральном поле, а в общем. В каком случае? В РТГ, пожалуйста, там все, так сказать, нормально, физическое поле через потенциал. Там все. Что за это? Физическая теория гравитации. Лгут. А есть такая, да? Конечно. Ну, в общем, вот так. Все, да, понятно. Кто-то еще хочет. А что там, вот это общепризнанная теория, Волкунов? Нет. Но она разумная, она совершенно в каком-то... Игорь, а действительно, если попытаться твою теорию Лагунова и в свете теории его посмотреть, то что тут может быть? Я думаю, что нет. Бесполезно. Вообще она не объяснит эти эффекты. Да, она эти эффекты не объясняет. И вообще говоря, я к ней отношусь скептически. Почему? Ну, потому что первую очередь, что она теория поля. Так а что? Так это замечательно. Ну, это означает, что она не квантуется. Она не квантуется. Но известный факт, теория Лагунова не квантуется. Как кто сказал? Это пока неизвестно. Да, известно, в общем-то, по сути. Она также не квантуется, как общая теория относительности. Нет, ну, я еще не знаю. Дело в том, что там, опять-таки, там... Просто, видите, в чем дело? Какие чисто методологические у меня претензии к теории поля? Потому что, как там есть отец и мать, да, есть общая специальная теория относительности или электромагнитная теория Максвелла, с одной стороны. С другой стороны, есть квантовая механика. И как бы из них строят гибрид из этих вещей. Но проблема состоит в том, что этот гибрид неравновесен. От самой успешной физической теории в мире, то есть квантовой механики, берется достаточно мало, но очень много берется от электромагнитной теории других. Почему мало? Почему мало? Там берется основной принцип квантования. Ну вот ты как я написал вот эту штуку, скажем, у нас, я писал, у нас получалось, что квантовая механика не является калибровочной зарядной теорией. Ну и что ты с ней будешь делать? Ну и что? Не является. А в области нерелятивистских, как бы, нерелятивистских эффектов это несущественно. То есть это... Вот. И вот получается, что она гораздо больше, теория поля является наследником. Ну, и сами теории относительности, чем квантовой механики. Нет, квантовой механики, там главный принцип, вот этот принцип квантования Дирака, так сказать, он сохраняется, и он как бы переносится в теорию поля. И это... Вот.